Ой, девчата, поехали в питомник, повезли деревья, которые у нас не прижились, сдавать. Ну и чё? Сейчас будете ругаться, мы будем опять переделывать грядку перед домом. Взяла две розы еще, девчонки, не устояла. Вот смотрите, название какое-то. Роза чайно-гибридная Silver Grey. Ой, и роза Амнезия, девчата. А прям красивые, красивые. У меня вот прям пока такая расцветка заходит. Вот такие кустики. Один небольшой. Прям вот Амнезия. Это чуть побольше. Уже выбора не так много было. Разобрали. Так, взяла досадить. Вот земляничка маленькая. Три кустика. Досажу. Это кока-чипсы Алочка просила Леруа Мерлен купить ей. Я буду отсылать ей посылочку. Вот, это в Леруашке. Ну и свой любимый корнесил. Это уже третья бутылка. Пойдет. Так кончилось. Еще в Леруа взяла вот гортензия. Вот такая вот. Без названия, но может кто-нибудь знает название. Подскажите, пожалуйста. И это я себе взяла на день рождения доченьки. Мои место букета цветов. И не только это. Самое главное, что я взяла, это вот это. Из-за чего вся грядка и будет переделываться. Это роза на штамбе. Так, называется... Ай, колючая какая-то, а? Называется... Смотрите, леди романтика. Аж 3000 рублей. Я говорю, Антоха, не хочу орхидею, не хочу букет. Ну, букет красивый, хороший, он так и стоит, 3000. Я говорю, вот, я переквалифицироваться стала в огородника, девчат. В общем-то, смотрите, теперь нам надо переделать грядку, соответственно. Только я вам ее показывала. Что тут вот все хорошо, еще редиску туда посеяла, блин, Маша. Ага. Смотрите, здесь идет, вот хотела, смотрите, то есть там розочка по бокам, и еще вот хотела досадить вот сюда. То есть галочкой вот так, понимаете? А теперь мне надо сделать вот так. То есть вот эту розу вот сюда вместо, ну, пион воткнули, потому что оставался кусок корня, он тут неполноценный, мы его уберем в другую сторону. То есть вот эти две мы трогать не будем, вот это уходит сюда, и досаживать надо вот две вот туда. А вот эту, на это место вот хочу вот именно на штамбе розу. Вот. Теперь, соответственно, мне надо вырывать вот эту астильбу, и надо вырывать... Ой, ну, бересклет надо вырывать. Опять модернизация грядки. Когда мы успокоимся уже с этой бедной грядкой? Не знаю. Ну, в общем-то, вот так вот. Розы, которые купила, фотографии я вам найду и ставлю. Ой, ну прям балдежные. У нас 5 утра. Уже светло. Вон мои мужики едут. Забирали автобусом мясо. Домашнее мясо. Что такое, Андрюша? Я на плечо 40 кг мяса нес. 40 килограммов мяса. Волгоград Антону. Дядя Коля мой. В деревне в Старопольском краю. Края. Выращивает мяску. Вот. Порезал. Мы взяли. Сколько куда там? Половина, не половина? Чего половина? Ну, короче, будем сейчас. Половина свиняки. Да, сегодня будем... Мудрить шашлык. Куда? Черепешка какой? Угу. Чего у нас тут пол свиньи,
Пол свиньи. Сейчас шейку тут на шашлычок. Ух, замариновываем. Да тут надо все дома довести, разделать. Муж-то так придет в магазин на рынок, да там уже кусок лежит. Угу. Порубленный, а тут ух, какие кусманы. Разделывать будем. Зато домашняя. Точно. Буду пищать. И сидит, маслы рубает. Разделочник мой. Да? Коркой себе там под нос. Она мясо увидела. Да? Она, наверное, таскала, пока ты заносил. Нет, она боялась. В общем, сыночек перекручивает фарш. Я там на гуляш три пакетика нарезала. Что там еще? Оставим эти на бастурму часть. Шейку он замариновала на этот. О, сидит тут, блин, разоралась. Шейку замариновала на шашлык. Часть оставила. Вот это ребрышки. Вот не знаю, мы их покоптим, может быть, может еще что. Так, и этот. Короче, все тут повырезали, что как нам удобно и надо. Ну, в общем-то, мы с мясом. А суп наварить, сколько костей-то. Ну, может, не профессиональный рубщик, поэтому там не прям косточки, прям с хорошим мяском. О, почти управились, хотя это все только начинается. Она уже сюда прибежала, прилетела. Правда, блин, ждет, пока ты удалишься. Да. И вот тут будет пролететь. Да иди ты отсюда, блин. Наше мясо. Есть. Это хитрая какая. Она что, чует, что ли? Какой же ты красивый. Какой же ты красивый. Блестящий. Как-то к винозникам ровно отношусь. Ой, этот прям запал. Симпатичный. Товарищ прям симпатичный. Понравился. Хотя, когда брала, думала, он будет покрупнее, но не крупный. Но симпатичный. И этот у меня уже отцветает. Малышок мультифлорка. Такой беглипчик. И сейчас покажу, кто у меня зацветает. Реанимашечка моя. Ну, как-нибудь покажу в отдельном видео его. Цветочки здесь дал мелкие, потому что с корневой и все не очень хорошо. Вот его листочки когда-то были сморщенные, вот видите. Но сейчас в отличном тургоре. Все это я показывала в видео про орхидеи, не во влоговых, а конкретно про орхидеи. Посмотрите рисунок, рисунок-то какой балдеж. А цветок вот выдал, правда, почти в два раза. Ну не в два раза, но на сантиметры два точно. Меньше, чем был. Красавец. Балдежный. Вот такой вот беглипчик. Тьфу-тьфу-тьфу. Вроде наращивает. И корешочки, и листик пошел. Кто знает, у меня их два. И оба в таком состоянии. Оба пришли мокрые через какое-то время. Ну, колопилорчик еще цветет. Тут, правда, вот бутошек, видите, сбросила. Вот так тоже девочка симпатичная, красивая. Ну, вот такие у меня
орхидеечки. Здесь вот эту хотела показать. Покажу еще отдельно вам ее. Классная. Симпатичная. Девчонка такая.